25 лет в исправительной колонии строгого режима проведет житель Челнов Александр Яналиев. Такое решение огласил Верховный суд республики. Следствие доказало, что в конце 90-х он создал банду, которая нападала на дальнобойщиков. На ее счету 5 убийств, 6 разбойных нападений, 3 грабежа. У участников преступной группы найдено огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. За решетку, кроме главаря, отправятся 3 подельников. Еще 3 получили условные сроки.